Че, мы скоро начнем? Сейчас, подожди. Кошмар. Макс, блин! Не жена. А, ну, блин. Придурочный. Господи, ладно, чем мы занимаемся с тобой? Всем, но не съемками. Да, капец. Блин, а, блин, я пропустил одну. Застыл-то, блин. Так, извини. На землю идем. Ну, что-то Андрей застыл, блин. Я там просто печатаю, давай быстрее. Да-да-да. Сам жуй. Хжуй, хжуй. Господи, Макс, ой, блин, господи, что мы с тобой делаем сейчас? Блин, зачем я это нарисовал? Так, надо громкость треков уменьшить. Блин. Что-нибудь старого надо включить своего. Не-не-не-не. Ой, я знаю, какую сборку сейчас включу. Давай я чуть нормально нарисую. Че, на 18% громкости пойдет. Макс, елки-палки, ты там скоро, нет? Yeah. Смотри, смотри, какой красивый клип на потолке. Ну, что это такое? Блин, ну вот. Ой, ладно. Ой, ладно, все, давай. Давай начинать, короче, уже. Подожди, ты что делаешь? Погоди. Сейчас не тревожь меня. Я что-то ваяю. Ой. Блин, я хотел под тобой стеклом выговорить. А. Ну что, давай, давай начинать, короче, быстрее. Уже. Давай. Раз, два, три. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и Андрей со мной играет в карту The Dropper 2. Короче, мы такие сюда заходим, а тут откуда-то не возьмись, вот такие надписи на полу. Я такое вообще не понимаю, откуда это взялось, мы ничего тут не делали. Третья серия. Ничего тут не делали, еще смотрите, какой крипер на потолке появился. Это разве крипер? Ну да, это крипер, а что, не похож ты? Я чуть не... А, не, понял. Не, подождите, по-моему, надо вот так сделать. О, вот теперь похож на крипера. Кошмар. Господи, Че, начинаем? Новый уровень? Да, начинаем. Ну ладно, если отбросить ведь этот сарказм, короче, мы зашли карту, начали заниматься, вообще фиг пойми чем, блин. Зачем я это нарисовал? Что? Да, взял землю, начал какую-то херню делать. Да, короче, еще я поставил текстурпак Faceful. Я все куда-то падаю. Это, короче... Макс. В общем, ясно, давай, короче... А, ты уже запусти... ты куда? Сейчас я обратно подключиться пытаюсь, меня выкинуло. Ну, господи. А, все, я заспавнился в какой-то обсидиановой коробке.
А, то есть ты. А, ты уже пошел на следующий уровень, что ли? Ну, вообще-то, а... вот этот, который мы начали. А почему земля не собралась? Все, все. Блин, все, ты опять гейммод включил, что ли? Да ты угораешь надо мной, я что-то не понял. Так, запускаем. 3, 2, 1, полетели. Ой. Куда я падаю? Паутина! Оу! А, блин. Продолжаем. О, проходить, смотри, красивый, и пушок. Угорать. Я играю по-честному, Андрей. Не хочет играть по-честному? Я просто смотрю, а я буду. Тут пауки, да, большие. Моё. Это будет не так-то просто, но надо будет пробовать. А, тут тебе в паутину надо будет. А, блин, дальности прорисовки мне так не хватает, походу. Так, погоди, здесь же сундук надо пойти найти. Ну а вот, кстати, вот это вот с хжуй в чате, это я я не стану как бы скрывать. Макс, я так понимаю, где-то на паутине должен. Это я повторил шутку мистика и лагера. Они то же самое сделали, когда проходили эту карту. Не, ну вот эти надписи, вот эти, они, конечно, не рисовали на стекле, а вот просто лагерь там написал в чате хжуй. Да я как это пройти-то, блин? Я так понимаю, что нам надо это на паутине найти где-то. Да, сундук, я знаю, надо найти. Только тут такая дальность прорисовки слабая у меня. О, стоит. Надо это на пауке с красной сделать полоской, Макс. Я на 11 чарков сделаю. Это что-то маловато. Это на пауке с красной полоской. Да, только без меня сундук не искать. Я его нашел, но... В смысле я опять выпал наверх? А, я, кажется, понял. Без меня алмаз не ложить. Все равно дальности прорисовки не хватает. Да, господи, а я упал вниз. Да, блин, что у меня не получается-то? 3, 2, 1. С разбегу! Эх, не успел я взять разбег. Давай-давай, сюда. Да! Я не через одну пролететь не могу. Нет, я должен попытаться. С разбегу давай. Однозначно, кто это строил. Да что ты будешь делать, а? Ты прям попал, вот ты почти попал в дырку. Да все время не получается в дырку. Откуда вообще падение происходит? А, я тоже нашел сундук, только мне надо до конца упасть, походу. А там это, внизу паутина тебя будет ловить. А, на дне паутина. Да, только мне надо долететь как-то до туда, а я все время не могу. Там еще, если что, один паук будет внизу. Да я вижу тут и пауков. У меня дальность прорисовки такая, что если я вижу одного паука, я не вижу второго. Фух, все, наконец-то прилетел. Че, все внизу, что ли? Да, я внизу. Так, используем прыгучесть и ищем теперь сундук. Теперь наверх тебе надо. Тебе наверх надо и на черном пауке. В каком-то пауке, да, сундук. Это слой, чем это, как это называется, паук-то? Который с полосками черного. Да, давай, блин, как... я не долетел до него. Так, не должен долететь до сундука. Я по-честному играю, я должен по-настоящему долететь до него. Это Андрей у нас то летает, то не разбивается, блин. Давай. Да что ж ты будешь делать-то? Да, наверное, я сейчас умру. Да. Так, я сейчас попробую сам спрыгнуть вниз и попробую тебя оттуда прыгнуть. Да блин, в потолок тут... врезаюсь. Кстати, да, это частая проблема. Ты отходи назад на 3 блока. О-о-о-о, да что ж ты будешь делать-то? Это при... А, блин, я перебрал. А, нет, все нормально. Все, оп, все, беру алмаз. Реально. Опа. Все, беру алмаз, кладу в сундук, все, готово. А, теперь все, вниз падаем, Макс. Да. Все, нажимаем голубую кнопку и завершаем уровень. Я нажму. Нам обоим нажать надо на нее. А, обоим? Все, уровень завершен, пройден. Выполняем уровень, который... Опа. Put your diamonds in the ender chest. Вот там ender сундук тоже стоит. Зачем сюда? Да. Надеюсь, так, мы не встретим там крипера, но идем. Мне сейчас нужна будет твоя помощь. Чё, неужели? ТП-шни меня. Зачем тебе ТП-шнуть? Ты рядом со мной стоишь. У меня чат. Ты рядом со сейчас мной стоишь. Чат. Не. Только... В смысле не? А, ты же с гейм-модом, А, вот все, четко. Я отвис. Армор. Поехали. А зачем нам ботинки нужны? А я не допрыгнулся. Вау, красиво.
И четко тебя посередине бросает, а зачем нам? Воу, нифиг. А зачем нам броня, кстати, да? Блин, я не успел ее одеть до конца. Я так и не понял, зачем броня, она потом резко исчезла. Ой, она исчезает, да. Стоп, а черная кнопка что делает? А, прыгучести добавляет. О, все, я прыгнул. Да. А ты забыл уже, что черная кнопка делает? Да. Капец, ты меня удивляешь. Короче, надо найти сундук опять здесь. А, он в самом начале, Макс. Я его уже нашел. Что, сундук? Да. А, блин, я хотел нажать кнопку, ты... Отойди. Отойди, я тебе сказал. А, я тебя по тебе не могу ударить. Да, блин, у тебя голова на полэкрана, отойди. О, вот он, сундук. Да, господи, мне бы сейчас было... Только я не вижу эндерского сундука. Блин, нет! Я забыл, что у меня прыгучесть еще была, я... Все, я сдох, походу. Блин. А я вот это. Я прыгнул. Я допрыгнул там до сундука, но нажал кнопку прыжка, опять прыгнул и разбился. Котлета. Я не котлета ем. А я сейчас пытаюсь наверх подняться. Ну-ка. Давай. Я так, немножко промахнулся просто. 2, 1, 0. Блин! А я наверх пути. Я на полсекунды последней прыгучести прыгнул. Какого же фига, а? Я такой жду, когда прыгучесть закончится по секундам, а там уже 0 секунд, я прыгаю, и там по полсекунды еще осталось, я прыгнул, разбился. А, Макс, я нашел. Так, теперь ждем, когда оно точно исчезнет. Во, все, теперь прыгаем. А, Эндер, сундук-то где? Так, ну этот сундук мы нашли, отходи. Эндер сундук. Ай-яй-яй, упал. Так, ладно, я буду спускаться и буду его находить. Давай вниз будем как-то по этим палкам пытаться прыгать. Не, на этих палках нету эндер сундука, я вижу прямо. А вдруг? Подожди, кстати, я понял. Подожди, вот. Все, возвращаемся сюда. Я, кажется, догоняю, в чем дело. Так, ну там. А я, кажется, и... понял, где он. Погоди, стой. Че ты понял? Мне кажется, надо выйти. Скорее всего, где-то в самом низу, где золото рядом. Не, я там его не видел. Мир я понял. Плоский. Я понял, в чем дело. Вот там, где кнопка начать этот уровень, там был. Там рядом с входом в этот уровень был этот самый сундук. Видимо, в него. А, туда, положить. Наверное. Да, я положил, ладно, уже две лампы горит, уровень пройден. Давай, иди сюда. Иду. Так, все, я нажимаю. Какой уровень? 12. Дракула's bedroom. Спальня Дракулы. Что-то мне не приближается ничего. А я еще в холле стою. Ты ТП-шнул? А, все, мне не надо ТП-шкаться. Оооо, вот эту уровень я что-то не помню. У меня сейчас прогружается, погоди. О, ты сейчас офигеешь, когда у тебя прогрузится. Это чё? О, это криперы. Нафиг? Криперы все-таки. Мы встретили криперов-то, ё. А зачем это нажимаю, плита нужна? Да, этот, сохранение. А, ладно. Ну-ка, на лиану, наверное, надо допрыгнуть. О, прикол. А, мимо. Скриншот. Скриншот чего, блин? И... Дроба. О, отлично, я допрыгнул до лианы. А я промахнулся очень жестко. Поднимайся по лиане, наверное, туда надо. Вот этот уровень я уже не помню, честно говоря. Так, вот криперы бомбанут меня, наверное. Стоп. Аккуратнее, блин. О, не, не взрывайте меня, криперы, пожалуйста, не взрывайте. Фигачило какого крипера, блин. Блин. А я придумал, что я сделал. Блин, я упал. Ай! А, Макс, это криперов в лаву отвозит. Сейчас, блин, а у меня полсердечка осталось. А я что-то не понял одного прикола, как они спавнятся отсюда? Не знаю, сейчас разберемся. Я знаю, что сейчас сделать буду, блин. Нет, нет, в смысле? Со мной поехали. Нет. Да стой, нет. О, нифига, за тобой криперов поехало, Макс. Ага, крипер поехал, он прямо на меня и взорвался. Эх, я хотел покататься, а крипер меня взорвал. Макс, ты в лаву поедешь, ты в курсе, нет? А я поеду в другую сторону сейчас.
Ай-яй-яй. Или она меня тоже в лаву приведет. Ну, сейчас проверим. Они все в лаву ведут. Сейчас проверим. Блин. О, криперы катаются здесь. Надо вагонеток им дать. И походу надо туда, по этой полосе ехать. Ну поехали, в чем проблема? Офс! О, нет, я туда не поеду. А, они обе полосы, да, в лаву ведут. Я туда. Я поехал в обратную сторону. Не, короче, нафиг эту вагонетку. Нам, походу, не надо ехать никуда. Но. А куда нам падать-то надо? Я что-то не догоняю. Ай-яй-яй, так меня. А мне это не нравится. Чего тебе не нравится? Потому что меня куда-то везут в лаву. Может, на гроб надо? А, Макс, я вижу, на гроб надо спрыгнуть. А ты уверен, что мы не разобьемся? Я нет. А ты мы да. же разобьемся. Макс, вон видишь, что там на гробе? Да, вижу там сундук. Только как-то спуститься, может, надо аккуратно до него. За мной. Аккуратненько спускаемся, если что, ждем, когда восстановятся сердечки. Нафиг, выгонять. А здесь тупик меня. Дальше. Тупик? Ну, типа, я не могу вниз спрыгнуть как-то. А если... Так, а если попробовать вот так вот? А, да, понимаю. Понимял. Надо наверх. Наверное, подниматься. Если я туда прыгну, я тоже разобьюсь. Ну, это попробуем. Прикольный дизайн комнаты. О, отлично, здоровый. Я допрыгнул до гроба. Только мне тут надо немного... Я, правда, блок один сломал. Так, вот здесь надо... Я, наверное... Блин, ну прикольно сделал. Мне кажется, если я это сделаю, я упаду. Я хочу скриншоты сделать этой комнаты. А, тут... Посмотри-ка, тут паутина на полу где-то. Я скриншот сейчас не сделаю. Не везде только, но есть паутина. Ну-ка. Я смогу туда допрыгнуть? О, отлично, все, я запрыгнул. А, нет. Тут еще как-то залезть надо сюда. О, все, я добрался до сундука. А я делаю скрин этой комнаты. Слушай, классная комната, кстати. А мне тоже нравится. Шикарно, прям сделал. Блин, сколько времени автор создавал эту игру? А, блин, там криперы внизу. Я не знаю, сколько он это создавал, но выглядит очень отпадно, блин. На самом деле. А как? Только теперь надо как-то спуститься и... не разбиться. Как бы спуститься, не разбившись при этом? Выглядит очень добротно и красиво сделано. А, пентаграмма на стене, прикинь. О, как спуститься-то, не разбившись при этом? Там голубая черная кнопка. Я понял, нужна вагонетка. Зачем вагонетка? Ну, ты в ней прыгаешь, короче, вниз. Ну, так кажется, рельсы это не направлены на то, чтобы прыгать вниз. А, логично. А, блин, полсердечка. По идее, ты в вагонетке не должен разбиться. Ну, да, но мы не сможем запустить вагонетку так, чтобы она туда... О, кстати, смотри, юбилей, у меня 100 смертей. А у меня 4, я слушаю, как криперы горят. Ну там паутину я вижу внизу, надо, наверное, на паутину. А, кстати, на паутину попробовать надо. Только да, только паутины. До паутины там допрыгнуть-то. Я не допрыгну до паутины. А где там паутина? Там ее совсем мало. А, вот она, как-то да, спуститься, видимо, надо тут необычным способом. А можешь по выпирающим элементам попробовать прыгнуть? Ну можно, только они все низко, только расстояние между ними слишком большое, разбиться можно. Крипер подорвал, и я упал. Надо придумать, как спуститься. Но тут как-то надо спуститься. Вот на гроб... Вот забраться на гроб, это было сложно достаточно. А чё, кстати, тут написано? Follow the pumpkins.
Следуйте за тыквами. Что нам это дает, не знаю, но давай попробуем. Что? Следовать за тыквами? Да. Погоди. Вот я вижу одну тыкву, интересно, куда она ведет? Вот тыкву вот вижу. Может, тут тыкву вижу. В какую сторону нам надо за ним следовать? Ну я только одну нашел, сейчас попробую через геймод. Поеду туда. Да ты задолбался. А, Макс. А тыква еще куда-то ведет. Опалу одна вижу. Опа! Тут какая-то плита нажимная. Set spawn. И здесь нам надо прыгать, походу. О, а тут кругом паутина, наверное, туда надо прыгать. Ну-ка. Наверное. Да, я вот здесь взял. Не, я до туда не допрыгну, вы че. Так, ну. О, надо в ту паутину прыгнуть. Кстати, а можно вопрос, а элитры с какой версии начали существовать? Кого? Элитры с какой версии существуют? Какой элитры? Элитры. Я не знаю, о чем ты говоришь, честно говоря. Ну, крылья такие. А, не знаю, но не с этой точно. Я вижу. С более поздней, намного, 1.9 что ли. Так, все, мы спустились, мы разобрались, как спуститься. Надо просто было читать подсказки, оказывается. И на... давай жмякнем уже на голубую кнопочку и выйдем из этой проклятой комнаты. А где голубая кнопка-то? На двери. А, вижу. На этой гигантской здоровенной двери. Блин, ну реально, сколько времени автор потратил на это? Да, кстати, слушай, мы в конце мы с тобой эту карту не взорвем. Потому что здесь много разных мест. О, тут еще один на сундук Эндера здесь. Так, классно, я, видимо, опять не прогружусь. DNA. Так, у меня опять кнопка залипла, я... А я сейчас опять вылечу, походу. DNA, да, ДНК, блин. А, все, я прогрузился. О-оу, Макс, тут ДНК, жопа, блин. Называется эта карта? Да не надо мне этих ботинков, я одни уже надел, мне их хватает. А что здесь надо делать? А, ну, смотри, тут... Тут лодка плавает сама по себе и ломается тоже сама по себе. А что это такое? Не, ну я так понимаю, надо среди этих найти сундук. А на какую кнопку приближать? Приближать, не знаю, надо в настройках посмотреть. Я, кстати, сейчас попробую. Я, кстати, наверное, сделаю это сейчас. Скажи мне, какая кнопка, чтобы я знал. Сейчас я сам найду. То сейчас методом проб и ошибок не найду эту кнопку. Может быть, кинематографическую камеру, или это не то? Это, наверное, не то. Что-то я тут приближения не вижу. Я не уверен, что тут приближение есть, если честно. Так, я на самом верху ДНК, но я не вижу ничего. А там внизу вода или лед, я что-то не вижу. А я сам не вижу, мне дальности прорисовки не хватает. А мне хватает, только я не понимаю, что там такое внизу. Там что-то такое белое. А, это, скорее всего, облака. Ну где-то здесь действительно... Мы по атомам по каким-то ходим. Мы по частицам ДНК ходим. Нам надо найти... Ну, кстати, раз уж дубовые доски, может их использовать можно. В правилах не было написано, что нельзя ставить блоки. Что это такое? Так, дубовые доски я тоже вижу, что мне валяются. Там было написано только не ломать блоки. Еще две штучки. Еще две штучки. Так, и ладно, я полезу туда. Так, тыква, Макс, тыква. Да, я вижу тыкву, я пытаюсь к ней пойти. Так, только я не знаю, как мне спуститься туда. Попробуем. Фух, я не разбился. Еще доски так, валяются. Палка. О, ты где? Ты вверху или внизу? Я тут рядом с тобой. А, вон вижу тебя. Надо как-то спускаться тут аккуратно. А вдруг надо не спускаться, а подниматься? Ну не знаю, я не уверен. Но... Я в самый низ упал. Я сверху нигде не видел сундука. А я в самом низу сейчас валяюсь где-то. Тут есть блоки какие-то необычные, там светящиеся блоки, я вижу. Так. Тебе спуститься-то, блин. Господи. Ты прикинь, сколько времени понадобилось эту карту, да?
Блин, я с такой высоты разобьюсь, конечно. Но попробуем. Я в самом низу, но я ничего не О, могу я не найти. Разбился. Не разбился. Повезло. Я в самом низу, но здесь ничего нет. Ну, сундук явно не в самом низу находится. Но нам надо, кроме сундука, найти еще кнопку голубую. И вып, Андрей выпал из меня. Пятая смерть Андрея с геймодом. Господи, вот такое ощущение, что курил автор, надо спросить. Да. Что лодки летают здесь. Конкретно с этим уровнем, да. Такой вопрос возникает. Я не знаю, что делать, поэтому я понапихаю кучу разной фигни. Да побольше. Да побольше. Видимо. Так, я добрался до краешка, никакого сундука тут нет. А, нет, это не краешек. А вот теперь до краешка, тут реально нету сундука. Где же он может быть? Блин, тут так много этих островков, так называемых. На каком же из них сундук-то? Кстати, мы уже 30 минут почти записываем. После этого эпизода мы закончим, по-любому. Ну и чё, третья серия сама себя сделала. Это кошмар. Так, там тыква. Там мы стартовали. Если мы сильно задолбаемся, то, наверное, гейм-модом будем искать. Я тебе больше скажу, я сам летаю, я найти даже не могу где-то примерно. Но с полетом-то, я думаю, наверняка можно найти. Ага, сейчас. Тут искать-то, блин. Какой хитрый автор, а? А светящийся блок ты проверял? Там светящийся камень есть. Ты там не смотрел? Светящихся камней я не встречал нигде. Я вижу перед собой его сейчас. Только... Но сундука, кстати, я не... Я только тыкву видел. Но сундука на нем я не вижу. Я только тыкву светящуюся видел. Блин, надо еще ниже спускаться. Они идут вниз, Макс, они идут вниз. Так, здесь они ведут вниз. Стой, погоди. Я, кажется, понял, куда. Куда? То ли это место, Макс. Макс, я нашел. Так, давай-ка я к тебе телепортанусь. Хорошо. Дри Пи 2018, блин. Так, а Эндер? А, да, где? На светящемся камне. Да, действительно, это на светящемся камне. А Эндер где? А, там, кстати, перед входом на этот уровень, там тоже Эндер сундук был рядом с кнопкой. Наверное, в него надо тоже засунуть. А где синяя кнопка тогда? А вот синюю кнопку придется опять нам поискать. Наверное. Я, ну, наверное, она где-то внизу. Я наверху. Может быть, где-то там. Я, кстати, заметил этот светящийся блок, но и я видел на нем белый блок, вот этот, но вот сундук у меня, похоже, там не прогрузился. Так что, видимо, я правильно думал. Но добраться до сюда, это тот еще зашквар был бы. Как спуститься-то? Можно летающие лодки попробовать? Следовать надо. Да хрен с этими лодками, что-то сделать сможем. Печально. Я пытаюсь найти, но у меня не получается. Я пытаюсь найти способ спуститься. А у меня ночью ничего не прогружается, и у меня вообще не будто в бездну сейчас падал. Ой. Так, тут там ничего нету. Так, ну если я туда прыгну, я 100% забьюсь. Ладно, попробуем. Я вообще в бездну упал. А то есть вообще найти, где эта фигня находится? Блин, давай-ка я тоже полет включу, я что-то уже... Что-то какая-то сложная карта. Гамемоде. Един. Чего? Един. Почему один, гамемоде? Извиняюсь за выражение. О, светокамень я нашел, он в одной из ДНК. Макс, может тут? Я находил сундук на светящемся. Я нашел черную кнопку. Ну, черная кнопка нам уже, наверное, не пригодится. А, я нашел синюю. Да, я так и думал, она в самом низу. Гамемоде 0, блин. Гамемоде. Тут осталось 3 уровня уже пройти. Да.
Да, да не ломай художество. А, ой. Давай это, клади кнопку и завершай. Ой, не кнопку, а алмаз. Всем спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписывайтесь на нас, эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.